В ремонте относительно свежий холодильник LG, French Door, то есть 4 двери. И дополнительно мультидверь идет, то есть 2 двери. То есть это китайская сборка. Сейчас я вам покажу шильдик. Смарт-диагностика есть, как по Wi-Fi, так и по звуку. То есть здесь вот модель его пишется. Снизу у нас идет морозильная камера. То есть у него утечка образовалась вот именно на стыке в этом месте. Испаритель холодильной камеры. То есть алюминиевый, по алюминию утечка. То есть такая некая микропора. Сейчас ближе покажу вам. То есть вот она пробивает именно оттуда. То есть холодильник 22 года, и с завода идет такой вот брак. На данном холодильнике поменяли компрессор, но утечку не устранили. Сейчас я вам покажу. Вот его электросхема данного холодильника. Модуль управления, здесь он идет один большой. То есть на Samsung 4 здесь один. Ну вот компрессор здесь линейного типа. Как мы видим, компрессор здесь у нас идет на локрингах. FMA 102 NBA NMA. Также есть шаговый клапан.